Ленина над нами. Строить счастье мы пришли, пишем юными руками биографию земли. Земли, слава! Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. С момента исправления боевых рейтингов некоторым реактивным истребителям прошло уже 3 месяца. За это время появились новые виды техники, и баланс реактивной авиации опять сдвинулся с места. Отключение солянки нации и новые правки по БРам по-прежнему ждут своего часа. А пока этого не произошло, я разберу МиГ-15 БИС, который вместе с обычным 15 МиГом долгое время находился на БРе 9.0, где явно не мог противостоять топовым реактивам. Хотя и без них сейчас у него хватает проблем. За основу я взял ГДРовский вариант МиГ-15 БИС. По своим ЛТХ он никак не отличается от советского, и в условиях солянки особой разницы нет. Так что все, что я скажу в этом видео, будет относиться ко всем версиям МиГ-15 БИС. Начнем с главной, на мой взгляд, проблемы этого советского истребителя – вооружение. Я не могу назвать его эффективным, потому что одна 37-мм пушка в паре с двумя 23-мм обладает колоссальной отдачей. При стрельбе приходится работать короткими очередями. В условиях воздушного боя, особенно в реактивной эре, сделать точный выстрел удается далеко не всегда. Оптимальная дистанция стрельбы редко когда доходит до 1 км. Обычно открывать огонь приходится с ближней дистанции. И самое пугающее в этой ситуации будет рандомный урон. Порой стреляешь по противнику с фугасной ленты, попадаешь, а у тебя вместо фрага появляется надпись «Попадание». В итоге ты прилетаешь в вражеский самолет, и он тебя сбивает с короткой очереди. Знакомо, да? Ленты я перепробовал все. Пришел к выводу, что лучше использовать бронебойные. Так, у пушки крупного калибра отсутствует снаряд с самоликвидатором, который обычно взрывается на дистанции 800 метров, а у 23-мм пушек появляется урон. Но дамаг – это еще не самая ярко выраженная проблема. Одно из самых важных изменений 15-го мига было понижение БРа. Так, мы перестали попадать к Т-2, Фантому, 21-му и 19-м мигам. Однако, и на нашем боевом рейтинге есть сильно выделяющиеся истребители. Например, Swift. Это как мини-хантер на своем БРе. Быстрый и достаточно маневренный реактив. В умелых руках он может достать много хлопот вражеской команде. А вот если мы попадем на 9.7, то тут уже встречается F-100T, Hunter F-6, канадские и японские сейбры, а также Супер Мистер. Наиболее опасным считается британский истребитель с ракетами воздух-воздух. Вот он способен сбить даже в маневре, ибо его ракеты выдерживают высокую перегрузку. Так что опасайтесь Хантера у себя на 6. С остальными реактивами плюс-минус справиться можно. Но все же скажу, что МиГ сейчас по-прежнему остается сложным в освоении. По летно-техническим характеристикам МиГ-15 БИС не сильно выделяется среди остальных реактивов. Максимальная скорость упирается в 1080 км в час. Дальше, летая у самой земли, вы не разгонитесь, если только не наберете высоты и не спикируете. Но помните про флаттер. Маневренность неплохая. МиГ хорошо доворачивает с помощью эффективных рулей высоты. Однако ролл все еще не позволяет на равных сражаться с сейбрами. И тут стоит отметить еще одну отличительную черту МиГа. Это тяговооруженность. 15-й МиГ легкий по сравнению с остальными реактивами. И, конечно же, мощный двигатель придает ему возможность занять быстрее всех высоту или перевисеть другой реактив. Но в отличие от некоторых истребителей, у советского самолета нет ракет воздух-воздух. Раньше, до ввода этого типа вооружения, многие использовали С-21. Ставили на него задержку взрывателя и подлавливали любителей лобовых. Они, конечно же, были расстроены подобным занятием и позже ракеты занерфили. В заключение по авиационному режиму могу сказать, что МиГ-15 стал лучше себя чувствовать в рандоме. По крайней мере, он сейчас не попадает к топовым реактивам,
и способен показать себе с лучшей стороны. Но чтобы добиться хороших результатов, для этого у вас должен быть богатый опыт воздушных боев, особенно в реактивной эре. Иначе МиГ покажется вам сложным самолетом. В плане штурмовки, пятнашка может предложить две ракеты С-21. Они, конечно, не такие мощные, как раньше, но с прямого попадания можно забрать какую-нибудь легкобронированную наземную цель, так что если вы не наткнетесь на зенитке, то сможете забрать два фрага. Из остального подвесного вооружения доступны еще кумулятивные ракеты и бомбы, но лично я их применял очень редко. Даже с курсового вооружения чаще получалось забрать наземку, чем ежели с бомбы. В симуляторных боях МиГ-15БИС недоступен в сетапе танковых боев. Объясняется это тем, что трофейная авиация не участвует в подобных боях, но в то же время у немцев есть ГДРовский Ми-24, а у Китая имеется Тандерджет. Возможно, когда в немецкой ветке появится наземная техника ГДР, все же изменит сетапы, а пока мне пришлось идти в авиационный СБ. В подобном режиме МиГ себя чувствует неплохо. В первую очередь из-за того, что дистанция стрельбы в СБ гораздо меньше, чем в РБ, и тут нет дальних прострелов, приходится всегда сближаться с противником, однако наличие фантомов усугубляет ситуацию. Приходится находить особые способы, чтобы их подловить. Обзор из кабины средний. Задняя полусфера закрыта бронеспинкой, а спереди установлено бронестекло, рама которого часто закрывает противника, но к этому можно еще привыкнуть. По управлению самолет не капризный, хотя резко дергать ручку не советую. По итогам мы получили средний реактивный истребитель, эффективность которого напрямую зависит от опыта пилота. Да, геймплей на нем стал полегче из-за снижения БР, но все же косые пушки и малый боекомплект никуда не делся, а значит приходится по-прежнему превозмогать. Историю МиГ-15БИС вы уже наверняка знаете, тем более я уже неоднократно ее рассказывал. Поэтому не забываем поставить лайк Ахеншель этому видео и поддержать подпиской мой канал. Также в описании вы найдете 3% скидку на покупку всей техники в магазине War Thunder. Напоминаю, что приближается ноябрь месяц, а значит сезон скидок скоро будет открыт. Ну и по сложившейся традиции, всем желаю легких фрагов и чистого неба над головой.